Всем привет, друзья! Сегодня хочу сделать для вас вот такой вот обзор на гриль Weber. Значит, прежде чем делать обзор, хочу рассказать немножко, почему его приобрели мы и для чего, собственно. Ну, как вы уже можете догадаться, что мы будем на нем готовить, соответственно, будем готовить хит этого года, весны 2018. И осени, и всего сезона охоты на водоплавающих, это будет готовиться на нем птица. Грудки барбекю, ножки барбекю и все, что можно приготовить на гриле, будем пробовать готовить. Но сейчас не о рецептах, а собственно о самом гриле. Значит, этот гриль Weber, американская фирма, делает эти грили. Здесь в России есть представительство Академия Гриль, собственно, там, где я приобрел этот гриль. Ссылку в описании к видео я дам. Мне очень понравился подход этих ребят к своему делу. Заказал я, допустим, сегодня. Сегодня мне позвонили, спросили: подтверждаете заказ, завтра привезем. Я сказал: сейчас я вам перезвоню. Что-то я забылся, заработался. Все, на следующий день мне звонят, спрашивают: Дмитрий, вы собираетесь заказывать? Я говорю: да, собираюсь, забыл, извините. Согласовал доставку, и все, мне буквально через полчаса, благо склад у них находится в Балашихе, мне привезли этот гриль и еще несколько аксессуаров к нему. Вот, буквально вообще, ну реально за полчаса, такого еще не помню, что так оперативно сработали. Ну, соответственно, оплатил я дистанционно по карте. Значит, информацию более подробно вы можете прочитать на этом гриле по ссылке в описании к моему ролику, еще раз повторюсь. Значит, гриль я еще не распаковывал, то есть он полностью запакован, еще не знаю, что внутри, но этим грилем я уже пользовался. Значит, рабочая поверхность у него 40 сантиметров на 25 с копейками. Там. То есть это та поверхность, на которой можно готовить продукты. Помимо этого, на гриле можно коптить, можно жарить, можно делать пиццу, все что угодно, но нужно использовать специальные аксессуары для разных продуктов, к примеру. Если вы будете делать пиццу, соответственно, вам нужен будет поддон. Или выпекать какие-то кексы, то вам тоже нужен будет поддон. Значит, гриль весит 5 килограмм. Так было написано, я не взвешивал. Ну, примерно, да, где-то 5 килограмм. К нему еще есть сумка, она дополнительно приобретается, я пока ее не стал приобретать. Наверное, будет очень удобно в сумке это все дело, там угли. Что касается использования, гарантия 10 лет на этот гриль, он покрыт эмалью, сейчас я параллельно начну распаковывать. Специальная эмаль, жиростойкая, которая со временем не облупляется, не портится. Открываю первый раз, гриль запечатан полностью, новый абсолютно. Сейчас мы посмотрим, что идет в комплекте. Значит, идет такая вот брошюрка с инструкцией о сборке, что куда вставляется, что как собирается. Ну, в первую очередь, этот гриль, конечно, будет использоваться на охоте и на рыбалке нами, и параллельно он будет использоваться в домашних условиях, где-то на природе. Есть вот такая вот инструкция, очень большая, 4 форматом. Здесь русского языка нет. Французский, немецкий, английский. 3 вида языка. Ну, в принципе, здесь все и так понятно. Зачем нам инструкция? Инструкция вообще последнее дело. Вот такая вот решетка из нержавейки. Это решетка, на которой непосредственно будет приготавливаться пища. Я ее сейчас положу в сторонку. Так, сюда. Значит, эта решетка у нас для углей, она также из нержавейки, но она уже из нержавейки, скажем, другого класса. Тоже отложу ее в сторонку. Здесь вот все у нас еще в масле, реально в прямом смысле в масле, то есть все промаслено. Вот такая наклеечка здесь. Все это дело я снимаю. Это ножки. Они тоже сделаны из нержавейки. Почему я заказал этот гриль, параллельно буду говорить. В первую очередь, потому что я видел гриль этот в действии. Реально, на полевом
выезде на охоту у моих друзей. Он был в лагере. Я сейчас даже не знаю, по-моему, я делал фотографии. Попробую вставить наши фотографии, которые я делал фотографии. Значит, мне очень понравилось то, как он готовит мясо. Это было реально очень вкусно, быстро и очень удобно в полевых условиях. Не надо разжигать траву, вернее, костер разжигать. Есть риск пожара в полевых условиях, все сухо весной. Поэтому очень удобно на этом гриле готовить. Еще, что я еще дополнительно заказал к этому грилю, сейчас несколько слов. Заказал 3 мешка углей. Такие вот угли, 3 килограмма, но реально мешок тяжелый, мне кажется, здесь больше, чем 3 килограмма. Тяжелее, чем даже те угли древесные, которые везде там продаются. Это угли Вибер, также этой фирмы. Что особенного в этих углях? Они практически не оставляют пепла, это раз. И второе, они очень долго горят, до 120 минут написано горение. Но я видел своими глазами, как на этой вот решетке, сейчас вот покажу, вот на этой решетке в один слой, они шариком такие угли, лежало, может быть, ну, штук 20 углей, 30, и все. И мы в течение, наверное, 2 часов стояли возле стола, у нас гриль рядом на земле находился, готовилось мясо, и мы стояли, отдыхали, и он не потух, уголь, и уголь не прогорел, как обычно, насыпают целый мешок, там, 5 килограмм, заливают розжигом, разжигают, это все в течение, там, получаса сжигается, и все, и опять заново куча пепла, это все летит, но мне это очень понравилось. Очень высокий КПД, вот так вот сокращенно скажем. Также я заказал еще вот такую вот вещь, это набор из 6 видов щипы, которая упакована в алюминиевую, из алюминиевой фольги. Емкость сверху с крышечкой, с дырочками. Соответственно, ее заливаешь водой. Она полчаса, грубо говоря, стоит, намокает. Сливаешь воду из этой миски. Ставишь ее на угли. И у вас гриль превращается в коптильню. Соответственно, в ней можно коптить рыбу, мясо, птицу, горячего копчения, овощи. Все, что вы захотите. Здесь это также американский. Ну, американский. Конечно, в Китае может быть сделано. Сейчас посмотрим. Здесь сделана эта щепа. Made in Китай, да, Китай. Но бренд американский. Значит, 6 видов щепы. Здесь написано 2 вида ореха. Яблочная, вишневая. Тут я не знаю, что за слово. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, хочу поэкспериментировать немножко с гусиными грудками, но это небольшой секрет будет, потому что не буду сейчас раскрывать его. Вот она, емкость. Как вы видите, блестящая емкость, покрытая вот эмалью, жаростойкой, на которую есть гарантии. Действительно, эта вещь классная. Классно очень выглядит, сделано, упаковано все. Это нижняя часть, нижняя емкость, я тоже положу в сторонку. Следующая, упакована крышка, она тоже здесь вот проложена. Крышечка имеет такие вот задвижечки для регулировки тяги. Соответственно, для регулировки жара внутри гриля. Откладываем ее в сторонку. Так, а еще есть вот такая вот чашка алюминиевая. Это алюминиевая, в смысле пластиковая. Смотрю, наверное, эта чаша нужна для сбора, ну, наподобие миски. Я не понял. Ну, у друзей не видел. Есть ручка. Так, набор шайбочек, лезем дальше, убираем еще одну проставочку, видим поддон для, собственно, сбора жира и небольшого слоя пепла. Конечно же, этот гриль можно использовать. Еще вот две регулировочные пластины, судя по всему, из алюминия выполнены, или из нержавейки, очень легкие, скорее всего, алюминий. Ну и все, ребят, все, коробка пустая. Еще раз покажу название, но можно будет посмотреть. Бренд Weber, Go Anyway. То есть это везде, иди куда хочешь, то есть везде он с тобой будет. Примерно так.
переводится. Значит, 10 лет гарантии, ни слова по-русски. Ну, как я говорил, где этот гриль, что это за бренд. Даже вот здесь есть наклеечка по-русски, читаю, гриль угольный. Угольный, да, кстати, я забыл сказать вам. Ну, это и так понятно. Материал сталь. Так, страна-производитель США. Товар не подлежит обязательно. Ну вот, собственно, коробку я сейчас отложу в сторонку. На этом сейчас прерву запись, чтобы не утомлять вас своим разговором. Соберу его и уже продолжим, когда гриль будет стоять на столе собранный. Ну вот, друзья, я и собрал наш Anyway, Go Anyway, гриль, Weber. Вот так вот он выглядит. Это у него ножки. Ножки. Сейчас он находится в рабочем положении. Соответственно, крышка у него может фиксироваться. То есть я отпускаю, она спокойно стоит, допустим. Я просто к вам показал лицом, как говорится. Когда вы готовите, открыли, чтобы крышку никуда не класть, там на траву или еще на куда. То есть она всегда чистая. Вы здесь мясо повернули лопаточкой или щипчиками. Раз-раз, все, крышку закрыли. Все элементарно закрывается. Сверху на крышке есть два таких вот регулировочных выхода. Они регулируются. Это для выхода воздуха, а для оттока, да, а для притока с двух сторон есть вот такой вот, тоже он поддувается, оно регулируется, держится оно за счет силы подпружиненных ножек, то есть оно потихоньку опускается, находится оптимальное отношение с двух сторон и сверху, и снизу для нормального горения угля. Если вам нужно приподнять температуру, соответственно, вы прикрываете поддув и отток воздуха. Здесь вот сделана ручка таким вот образом, что жар на руку вам не попадает. Очень удобно. Вот видел, как он этот гриль в работе. Надеюсь, этот гриль прослужит нам долго и мы будем готовить с помощью него различные вкусности на охоте. И на рыбалке, и в том числе и дома. Как он переводится в походное положение. Так, не рассчитал. Крышка на месте.
таким образом. Ножки защелкивают крышку. И здесь также. И все. И получается, что его можно брать как чемоданчик и переносить. Крышка не открывается за счет того, что ножки защелкнулись наверх. Соответственно, вот так вот взял и пошел. Очень удобно будет использовать сумку для этого гриля. Вот, возможно, я ее закажу чуть-чуть позже. Далее вы пришли на место, отщелкнули с одной стороны, с другой стороны ножку, приподняли гриль, ножки у вас перевелись в рабочее положение. Все, без лишних движений. Снизу есть, вам не видно, но снизу есть специальная защелка, с помощью которой эти ножки фиксируются, и эта защелка не дает ножкам, собственно, сейчас я их зафиксирую здесь и расскажу, что она не дает. Все. То есть изначально, когда я поднял, ножки расходились, то есть, а сейчас они не расходятся. Там есть специальная защелка, которая фиксирует ножки вместе, соответственно, они не расходятся в разные стороны, и гриль у вас не распадается. Внутри, как я и говорил вам, крышку отложу в сторону, чтобы показать вам, что у нас внутри идет. Идет поверхность, на которой происходит приготовление непосредственно пищи. Убираем эту решетку. Снизу у нас идет решетка под угли, и под решеткой идет поддон под жир, под пепел, вот, продукты горения, скажем так. И собирается в обратной последовательности. Все. То есть все продукты у вас здесь сверху. Вот такой вот гриль. Будем его использовать в этом сезоне 2018 на охоте. Вот. Расскажу я и, соответственно, сниму видео, как мы будем готовить всякие вкусняшки на нем, с помощью него. И я думаю, это вам понравится, и вы посмотрите, как это у нас происходит, и со временем, может быть, возьмете себе тоже такой гриль, будете им пользоваться, потому что это реально очень удобно. Я помню, мы в прошлом году небольшое отвлечение сделали с Юрой, решили приготовить утиные грудки в томатном, где-то в томатном сливочном, с малиновым джемом. А, как известно, грудки-то они готовятся как раз на решетке, на углях. Вот представляете, мы в степи стоим, как нам развести огонь? Развели кое-как, ветер выдувает, эти угли летят. У нас были профиля с собой для обманки. И мы профилями вокруг все обставили, профиля горят, угли раздувает. Ну, кое-как мы эти грудки пожарили, приготовили на углях. Теперь у нас будет все проще, будем готовить грудки разной степени прожарки и, соответственно, разные блюда. Надеюсь, что вам был полезен мой ролик с обзором и распаковкой вот такого гриля. Теперь ждите его непосредственного применения в походных наших условиях. Всем пока, до скорых встреч!